Что случится, если Землю затянет в черную дыру? Физики не исключают возможность попадания туда нашей планеты, хотя самая близкая к нам черная дыра находится в 7800 световых лет. По астрономическим меркам это почти рядом. Профессор университета Халла Великобритании Кевин Пимблетт назвал весьма вероятной возможность затягивания Земли черной дырой и рассказал, что в таком случае должно произойти. Черная дыра — это настолько плотная область пространства, что даже свет и его кванты не могут преодолеть гравитационное притяжение этой области. Ведь чем плотнее объект, тем более сильное у него гравитационное поле. Граница черной дыры имеет отдельное название — горизонт событий. То, что происходит около горизонта событий, является большой тайной. Астрофизики, несмотря на многолетние исследования, могут только лишь предполагать те или иные его свойства. Существует теория, согласно которой черные дыры могут превратить все что угодно в спагетти. По этому поводу даже придуман специальный термин – спагеттификация. Данный астрофизический термин обозначает сильное растяжение объектов по вертикали и горизонтали, что вызывается большой приливной волной в гравитационном поле. Как отметил преподаватель физики, это одна из проблем, которая не позволяет изучать черные дыры в практическом смысле. Тело гипотетического астронавта по мере приближения к центру черной дыры будет растягиваться, приобретая форму спагетти или лапши. Это же касается и любых других объектов, которые приближаются к горизонту событий. Так что же случится, если черная дыра появится из ниоткуда рядом с Землей? Гравитационные эффекты заставят планету растягиваться все больше и больше, пока та не превратится в поток субатомных частиц, который затянет в черную дыру. Таким образом, гибель человечества была бы неизбежна. В то же время, отмечает ученый, мы могли бы и вовсе не заметить нашего попадания в черную дыру. Дело в том, что черные дыры замедляют время внутри себя. Приближаясь к ней или находясь на горизонте событий, человек почувствовал бы, как время замедляется, а часы начинают отсчитывать секунды все медленней и медленней. Кроме того, в черной дыре есть масса предметов с другим смещением во времени, и теоретически человечество на затягиваемой в дыру планете могло бы наблюдать космические объекты, которые угодили туда ранее. Как отметил специалист, при попадании в сверхмассивную черную дыру мы могли бы и вовсе ничего не заметить, как минимум в течение небольшого отрезка времени. Причем этот отрезок в субъективной реальности мог бы тянуться до бесконечности. Так что человечество на Земле, если ее вдруг начнет затягивать в черную дыру, будет жить хотя бы в виде голограмм. Об этом рассказал ученый в журнале The Conversation. Пимблетт уточнил, что люди должны быть очень невезучими, чтобы оказаться в черной дыре. Спасибо большое за просмотр, надеюсь, вам понравилось видео, вы не постесняйтесь поставить лайк. Подписывайтесь на канал, до скорых встреч!